Мировому судье, который будет рассматривать дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, необходима помощь. Об этом сегодня заявила на президиуме Светлана Могилина, председатель правового комитета Верховного Совета Хакасии. Напомню, в том, что произошла авария, обвиняется 7 человек, все из руководства гидростанции. В деле больше 1000 томов и почти столько же свидетелей. Только на рассмотрение всех материалов уйдет 1,5–2 года. При этом судья не сможет заниматься другими делами. Верховный суд Хакасии обратился к депутатам. Судье нужно помочь. Сделать это непросто. Сколько должно быть мировых судей, четко указано в федеральном законе, и решение о выделении еще одного участка принимает Госдума. Я как бы оптимистично настроена по этому вопросу. И совершенно не случайно мы сделали заявку на дополнительно 3 судебных участка в надежде на то, что хотя бы дали бы один.